Как узнать истинное отношение ваших партнеров к переговорам, которые только что закончились? Как прояснить истинное отношение к вашему предложению? Участник моего тренинга рассказал о неэтичном методе, который он применяет в финале значимых, важных для него переговоров. Он сказал, что включает телефон на диктофон, телефон прячет в портфель, а сам портфель забывает под столом и уходит возвращается через 5-7 минут. Что обычно происходит, когда другая сторона выходит из переговорной? Если с нашей стороны участвовала переговорная команда, то тут же идет быстрое обсуждение. Что скажешь? Как тебе в целом? Разводит нас или норм? Что ты думаешь? И как раз вот этот разговор попадает на аудиозапись. Это неэтичный метод. Зачем я вам о нем рассказываю? для того, чтобы вы после окончания переговоров проверяли, не остались ли там записывающие устройства.